Добрый день, в данном видео я вам покажу, как скачать GNSS приемник Эстатику SP85. Для этого мы заходим на сайт spectra.gsp.com, устанавливаем программное общение файл менеджер, устанавливаем USB драйвер кабелю, который будем подключать к GNSS приемнику, там mini USB, USB. Соответственно, установили драйвер, вот он его нашел, диспетчер устройств. Затем заходим в программное общение, установили его. Здесь указан путь, куда мы будем копировать. Сейчас вот, допустим, сейчас он подсоединился. Соответственно, ком кабель, ком 5. Он сам его определил. Connect нажимаем, затем оп. Он соединился с ним. Заходим в внутреннюю память. Здесь выделяем наш файл. И вот указываем, куда ему копировать. Копируем его. Соответственно, вот процесс прошел. Он скопировал ему. Оп, вот он сам файл. Затем открываем программное общение Trimble Business Center. Убираем этот файл. Копируем его сюда. Вот он показывает статику, число, время, продолжительность, антенна. Здесь сам имя файла, докуда мерилось, высота, до метки приемника измеряем высоту. Соответственно, число, серийный номер прибора, нажимаем ОК. Нажимаем ОК, и вот он здесь у нас появится.